подобных стыковых играх. Но здесь вот хулиганство, которое приобретает в последнее время международные абсолютно масштабы. Мы наблюдаем лазерную каску, пытаются Беговича ослепить. Нечто подобное происходило с Криштиану Роналду несколько дней назад в Боснии. Там его слепили боснийские болельщики. Он жаловался, даже показывал неприличные жесты трибуна. Сейчас он пытается показать хорошую дасу штрафного. Летит мяч! Колоссальный гол! Колоссальный гол! Начало 8-й минуты! Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, отправляет мяч в сетку ворот Беговича. Я думаю, что здесь ни при чем лазерные указки, ни при чем инженер Гарин со своим гиперболоидом. Это был потрясающий удар португальского капитана. И что мы знаем об этом противостоянии теперь? Ну, только то, что уже точно не будет дополнительного времени, потому что открыт счет, а овертайм был возможен только при 0-0 после основных 90 минут. Ну, что это за удар? Колоссальный абсолютно. По всей видимости, нет никакой ошибки у Беговича с построением стенки. Но вот то, как эта стенка себя повела, в таких ситуациях обычно принято смотреть, прыгнули ли футболисты. Ну, попробуй прыгни. Мяч летел, как снаряд, не вращаясь. И подпрыгнуть стенки означало кому-то из парней подставить голову, видимо, под этот мяч. Это было страшно. Это было просто страшно сделать. Но мяч летел в ворота, над стеночкой, аккуратно, в угол. Туда даже двухметровый Бегович допрыгнуть не сумел. Счет открыт. Португалия на один гол ближе к чемпионату Европы.